авиакомпании «Аэрофлот» российские авиалинии из Тель-Авива задерживается до 20 часов 5 минут. Авиакомпания приносит свои извинения за доставленные Это вовлечение в занятие проституцией. У нас здесь не было никаких абсолютно уголовных дел. В общем, Александр Кириллов, Анастасия Вашукевич, Андрей Жешко и Мария Жаркова, они сейчас задержаны. Насколько и по какой причине точно, мы не знаем.